Так, значит, сначала размяли, потом растянули шею, потом тракцию делаем. Растянули желательно тоже по спирали, мягко, медленно. Видишь, сидя по-другому все равно как-то, да? Помните, я делал видел? И щелкнул, да? Да. Я это разбил. Хорошо. И когда хотим добраться до верхних позвонков, попробуйте вспомнить вот это вот вращение головой, минутное, долгое, плавное. По кругу полный оборот делаем. Да, старайся делать локоть в одну линию с ладонью. Вот так вот, чтобы, да, чтобы он не гнулся, не вот так вот. Чтобы запястье не гнулось. Во. Извините, на самом деле я это делаю. Просто вот вращение? Да, тут прямое движение в сагитальной плоскости. Ну и можно с вращением тоже сделать. То же самое. Извините, Олег, смотри, а он вот рукой на ухо ложит. На ухо ложит, там как вакуум получается. Нет, лучше не на ухо. Лучше на ухо не ложит. За ухом. За ухом есть шишка такая. Вот сюда. Да, вот на нее. Прям ухо. Во. Так, во. Уф. И вот это вот, я не помню. Постарайтесь положить поглубже на еще вот сторону сделай. На вот сюда. На сгиб. На сгиб локтя. Вот да. Да, только не душить его, а челюсть. Да. Олег, посмотри, вот он голову поворачивает вот сюда, все равно. Так должно быть, да? А в какой момент? Да, да. Да, так должно быть. Но вообще ты сам, скорее всего, повернул такие. О, видишь, что. Тоже было, да? Отлично, ну вообще знаешь, молодцы. Ухо? Потому что когда ухо, у тебя вакуум получается вот здесь, ты, ну, в ушах. В ушах звенит, да. Да, там чувствуется. Нет, да не, ну. Берегите уши, господа. Покупайте беруши. Тоже вид растяжки. Да, вот такая растяжка тоже хорошая. Ну, нормально, давай следующий. Опа, да? Ну, в принципе, ты же понял, что... Я тоже. Поворот атлант хотите, да? Хорошо. Повернуть. Так, вот есть. Ну, сделайте тракцию, помните, я показывал? Бабочку? Нет, сначала, нет, подожди, пока не бабочку. Пока просто зажимаешь своими предплечьями его плечи, на себя оттягиваешь, а череп сажаешь на свои руки. Вот так сгибай. А, ну да, Не-не-не, не так, не так. Надо подсесть под него. А ты не сжимай, а поднимай вот так. Вверх, вот так. Поднимай вверх. Там видно, что голова на 1-2 сантиметра, а то и на 3. Ну, у девушек длина шеи их. Девушек особенно видно, как она прям аж подпрыгивает голова. Да. Во! Во, отлично, хорошо получается у тебя, Роман. Медленный поворот в обе стороны. Вот так медленно. Вот, видишь, медленно. Ну, это ты тоже повторяешь эффект бабочки, да? Вот он, вон, вон, на себя только надо было немножко. А теперь второй прием, когда руки ниже тут же остаются, только мы уже шейно-грудной переход делаем. Руки тогда пальцы вместе большие, руки ниже на шею. Нет, вместе я сказал. А руки ниже на основании шеи. Вот сюда, еще ниже. Вот тут. Ну это я уже делал. И локти вместе. А, локти вместе. Вот это что ли прием? Ну, можно это, да, вообще надо руки туда подогнуть. Я понял. И взять за, вот я тут понял. За вот эти места я берешь. Понял. Да, вот за эти места я берешь. Понял. Вот другой. Так же на себя натягиваешь. Сейчас. С наклоном на себя. Расслабься. Свободно. Ну. Да, ты принцип уловил правильно. Волнуйся, не получится. Не волнуйся, все получится. Вот, то же самое. Сотрем и закопаем. А в плечо, будешь упираться? Руками, да. Да, вот этой рукой. Я вот так вот хочу ему, вот. Разворачивай побольше. Вот так.
И страции. Вот сейчас, вот как бы, я вот считаю, вот у него вот, опа, да, вот. Чувство, да. Главное, чувство. Отлично, главное. Да. Когда... Поймал, мы расслабление. Да, вот именно руки должны почувствовать расслабление. Ну, давай сделаем тебе.